Похоже, пора линять. Привет! Интересно, что там смотрит папа? Папа, что ты там смотришь? Вау, фильм про военных. Я тоже так хочу. Винни? Кристофер Робин. Ой, я уснул, что ли? Но все равно не выспался. Сень, ты чего там шумишь? Что делать собираешься? Хочу быть как в кино, и вас с мамой возьму, только завтра. Ну ладно, Сень, как скажешь. Тигруля! Хрюник! Мой план сработал. Понятно. Что тебе понятно? Да, там Сеня. Время стать сильным. Надо это как-то собрать. Значит, надо стать умным. Настало время собирать. Дорогая, откуда у нас джип во дворе? Джип? Какой джип?
Да вон тот. Только что и тут был. Надо поспать. Так классно быть в один. Скорее бы утро. Покажу маме и папе, как это круто. Что такое, Сеня? А сколько времени-то вообще? Отставить разговоры! Бойцы, одеться! У вас 35 секунд! Время пошло! Женщина. Боец, сначала станешь сильным. Марш на кросс. Никуда не годится! Штрафной круг! А ты почему сидишь? А я сегодня дежурная по штабу наблюдения. Что, так можно было? Боец, бегом сюда! Боец, что ты можешь делать из этих деталей? Я даже не знаю. А тебе знать и не положено. Сначала надо стать умным. Я понял, как это все устроено. Классная тележка получилась. Знаете что, товарищ командир, вы и сами лучше-то не сможете. Отставить разговорчики! Дежурный по штабу, я смогу? Да, сынок, ты все сможешь. Вау, Сеня, да ты мастер! А теперь нас учение, убегай! Сень, может, не надо? Надо, надо! Похоже, пора линять. Ча-ча! Хоть бы не заметил, хоть бы не заметил. Ой,
убежал.